Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Misr Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun alohida va juda ham zo'r eksklyuziv yangiligim bor. Bugundan boshlab siz, hurmatli vatandoshlarimiz, O'zbekistonning barcha telekanallarini rasman shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida tomosha qilishingiz mumkin. Albatta, bundan oldin ham bu narsani amalga oshirsangiz bo'lardi, lekin noqonuniy tarzda piratlar orqali. Lekin biz mana shunda shartnoma qildikki va O'zbekistonning ko'plab telekanallari bilan shunaqa bir shartnomalar tuzdikki, endi rasman ushbu kanallarni Amerika Qo'shma Shtatlarining 50 shtatlarida va Kanadada ham tomosha qilish mumkin. Demak, bugungi intervyu mana shunda kompaniyani, ya'ni ushbu mana o'zbek telekanallarini tomosha qilish uchun bu yerda shunaqa bir telekompaniya bor, Telecall USA degan. Ushbu kompaniyani vitse-prezidenti bilan biz hozirda mana intervyu qilamiz, ya'ni qay tarzda O'zbekiston telekanallari Amerikaga kirib kelganligi to'g'risida. Va hurmatli Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, agarda siz mana shu kanallarni ko'rmoqchi bo'lsangiz va 5% li skidkaga ham ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilasiz va O'zbekistonning barcha telekanallarini rasman shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Hozirda esa навбат интервьюге. Мархамат. Сегодня у нас в гостях Наталья Пискунова, вице-президент компании Telecall USA по маркетингу. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Атабек. Здравствуйте, зрители. Если не ошибаюсь, вот Telecall USA немножечко сложновато. Можно сказать просто лицензионное телевидение в Соединенных Штатах Америки? Можно сказать еще проще. Легальное телевидение на территории Соединенных Штатов Америки. Все, мы с вами договорились. Значит, легальное телевидение на территории США. Да. Прекрасно. Первый вопрос. Американский журналист Клэр Льюис говорил как-то так, что сплетни, как фальшивые деньги. Порядочные люди их сами не делают, а только передают другим. Скажите, пожалуйста, Наталья, ну как так получается, что порядочные жители США, некоторые из них, становятся пользователями нелегальных платформ для просмотра различных телеканалов? Ну, во-первых, я думаю, что многие просто не понимают, что они пользуются нелегальным продуктом, а проще говоря, ворованным продуктом. Часто люди получают массу интересных, привлекательных предложений. Я видела миллионы таких объявлений в интернете, и даже публикуются где-то в каких-то печатных изданиях. Подписывайтесь, 300 каналов плюс, огромные видеотеки за $20 в год, за доллар в месяц. Почему бы и нет? Нигде же не написано, что это нелегально, что это ворованное. Да, просто хорошее предложение. Технически, наверное, многие люди, которые не подкованы, думают, что это вполне возможно. И таким образом подписываются, потому что экономия, потому что да, много каналов, да, хорошо звучит, почему бы и нет. Естественно, невольно попадают в сети вот такой нелегальной структуры, да, и, конечно, становятся жертвами рано или поздно. Один из основателей американского радио и телевидения Дэвид Сарнов как-то сказал так, что конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и развивает наихудшие качества людей. Скажите, пожалуйста, вот какие у вас отличия вашей компании от аналогичных компаний в США? Аналогичных компаний в США не так и много, на самом деле. Потому что, как я уже говорила, при огромном количестве компаний-пиратов, компаний, которые действительно занимаются легальным контентом, единицы. Поэтому вот мне не хочется, чтобы нас называли в ряду со многими компаниями. Мы все-таки отличаемся чем? В лучшую сторону своей легальностью. И таких, как мы, ну, я думаю, что если, может быть, еще кто-то один-два. Чем мы отличаемся? Ну, во-первых, у нас очень хороший пакет этнических национальных каналов. Далеко не у всех пиратов есть такие каналы, а уж у легальных поставщиков телевидения и контента телевизионного тоже не у всех это есть. У нас есть прекрасный канал, пакет узбекских телеканалов, там 8 телеканалов, они совсем недавно появились. Я об этом вас отдельно спрошу. Да, и также пакеты других. У нас еще чем? У нас очень интересные предложения. То, что, конечно, всегда приятно получить, когда ты покупаешь, какие-то скидки, какие-то ценовые предложения. Да? Они должны быть интересны, они должны быть привлекательны. Мы несколько дешевле, чем другие наши партнеры. То есть вот могу сказать абсолютно стопроцентно, что у нас лучшая цена. А самое главное, что у нас очень удобная система вот, платежей. То есть
Когда вы регистрируетесь у нас на сайте, да, конечно, это стоит какую-то определенную сумму денег, этим мы отличаемся от пиратов разве что, потому что у нас контент легальный, и он, конечно, стоит какие-то деньги. Но когда вы регистрируетесь на сайте, вы должны дать какие-то свои данные, которые попадают в защищенную систему, они никогда никуда не уплывут, это первое. А второе, в отличие от наших конкурентов, которые предлагают, например, месяц бесплатно, месяц подписки и две недели в подарок, то есть вы должны заплатить за месяц, и потом вы будете, начинаете смотреть, и две недели вы получите потом. У нас вы регистрируетесь, вы две недели смотрите бесплатно, действительно, и оплата будет только через две недели. В течение этих двух недель, если вдруг вам не нравится наша платформа, вдруг вам не понравился сервис, вдруг вы куда-то уезжаете, у вас поменялись планы, вы можете все время, постоянно, в любой момент остановить свой контракт в своем личном кабинете. Для этого даже не надо никуда звонить. Вы заходите, вы регистрируетесь, у вас есть пароль от вашего личного кабинета, и вы останавливаете свою подписку. Если вы останавливаете подписку в течение первых двух недель, то вы не потеряете ни копейки. То есть это предоставляет, скажем, гибкость. Такой очень интересную гибкость. Две недели достаточно, чтобы понять, насколько, скажем, надо это, насколько необходимо это и насколько актуально. То есть посмотреть, да, эти каналы я люблю, качество хорошее, я продолжаю с ними работать. И после этого, только когда оканчивается двухнедельный срок, после этого взимается плата, первый платеж. После этого вы получаете сообщение на свою электронную почту, закончился ваш бесплатный период, и у вас будут сняты деньги с карточки. Поэтому вот эти две недели вы смотрите, насколько подходит вам наша платформа, устраивает ли ваш наш контент вашу семью, потому что можно смотреть всей семьей разный совершенно контент. Я заходил к вам вчера на сайт и посмотрел, что вот на платформе Telecall USA имеется более 150 телеканалов, две видеотеки, около 20 тысяч фильмов. Надеюсь, когда-нибудь я их смогу посмотреть. Да. Я имею в виду все 20 тысяч. Вот. И так называемый пакет национальных каналов. Вот расскажите, пожалуйста, вот мы же с вами родились в бывшем Советском Союзе, вот 15 республик было, да? Я насчитал 11 республик. Вот чьи каналы есть на вашей платформе, и даже телеканалы Татарстана, да? Да. Вот, может, вот для наших зрителей, вот для моих подписчиков, вы можете вот перечислить, какие страны? Страны, бывшие наши братья и сестры по Советскому Союзу. Конечно, у нас есть телеканалы Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии, России, конечно, наверное, самый большой пакет русских каналов. Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении. По-моему, Татарстана, но это не было, Татарстан не был отдельной республикой, но, в общем, достаточно такая регион автономный. И прекрасно, что не все 15, потому что у нас есть возможность для роста, потому что мы собираемся приносить в эту страну каналы из оставшихся стран и республик. Нам есть куда расти, поэтому это даже хорошая новость, что не все 15. 11 стран, я так что думаю, достаточно. До конца года, я думаю, вы обязательно заключите соответствующие договора, и все страны будут здесь. Итак, британский модельер Эндрю Маккензи говорил как-то так, что телевидение – это отличная штука. Можно сидеть каждый вечер дома и смотреть любимую передачу своей жены. У меня к вам такой вопрос. Вот позволяет ли ваша платформа при одной подписке смотреть несколько разных телеканалов одновременно? Чтобы я смотрел свой канал, моя супруга, значит, в другой комнате свой, дети, как там, свои мультики. Да, конечно, у нас есть такая возможность. Мы предполагаем просмотр с одним паролем. То есть при регистрации каждый пользователь получает пароль для того, чтобы можно было подключиться и смотреть телевидение. Так вот, с одним вот этим паролем можно смотреть на 5 разных устройствах. Это может быть планшет, это может быть компьютер, это может быть телевизор. Таким образом, например, вы можете смотреть любимый, не знаю, футбол, бокс, мужской детектив, новости на, скажем, телевизионном экране. Ваша жена может смотреть свой сериал или ток-шоу на компьютере, и дети на планшете могут смотреть мультфильмы или детские фильмы. У нас, кстати, очень хороший пакет детских каналов. И в узбекских каналах тоже есть детские. Отлично. Ограничено как-то количество девайсов при подключении? 5. Да, до 5. Ну, хорошо. Это, мне кажется. Да, я думаю, неплохо, да, конечно. Даже просто, особенно я сам из Узбекистана, у нас принято, что каждая семья такая многодетная, поэтому как раз нам подходит. Спасибо.
Я как-то прочитал такое выражение. Спасибо большое видеопиратам. Благодаря их замечательной продукции мы теперь знаем, как воспринимает мир дальтоник со зрением минус 7 без очков после инсульта. Вот скажите, пожалуйста, насколько серьезной является проблема с пиратством в вашей сфере работы? Ну, во-первых, это проблема для нас как профессионалов, да, потому что, конечно, подрывает рынок, конечно, они мешают нам работать очень, но это не менее серьезная проблема и для пользователей, то есть для зрителей. Пользователи – это те, кто, собственно, смотрит телевидение и пользуется услугами, в том числе и пиратов. Я бы даже сказала, что для пользователей это большая проблема, чем для нас, потому что ну, нам это усложняет жизнь, более делает сложным бизнес, сознает конкуренцию, но это лучше, значит, мы растем. А для вот, наших зрителей это действительно серьезная проблема, и не просто проблема. Работа с пиратством, с пиратами, она может быть опасна, потому что для того, чтобы посмотреть контент, вы в любом случае должны будете зарегистрироваться на платформе или на сайте у пиратов. При регистрации вы даете свой электронный адрес. Через этот электронный адрес потом нечестный или нечистый на руку человек, который получает вашу эту информацию, он может постучаться и зайти к вам в компьютер. Он может взять информацию о ваших кредитных карточках, о ваших банковских, потому что, ну, каких-то счетах, потому что у всех у нас все это завязано в итоге на наши электронные адреса, на наши какие-то компьютеры, мы все пользуемся нашими вот этими электронными девайсами. Да? И, соответственно, передавая вот такую ценную и очень личную информацию пиратам, другими словами, людьми, которые воруют, вы отдаете ключи буквально от своих сейфов, от своих квартир, от своих домов, от какой-то личной информации, фотографии и так далее. Это всегда риск. Ну, а помимо всего прочего, вы, конечно, даже если вдруг вы не потеряете вот какие-то, не понесете какой-то такой вот материальный или моральный ущерб, то вы в любом случае рискуете, что вы в какой-то момент окажетесь без своих любимых телевизионных каналов, которые вы смотрите, потому что пираты, конечно, их отслеживают, и рано или поздно им нужно менять площадки, им нужно, это нелегально. Соответственно, в любой момент этот сервис может остановиться и прекратиться. И кроме того, почему пираты так дешевы, да? Почему вы можете заплатить $20 в год или год доллар в месяц или $2 в месяц и пользоваться? Потому что у них очень слабая техническая база, то есть они не могут позволить себе делать качественно, поставлять качественную картинку, красивые, значит, яркие цвета, чтобы эта картинка не зависала, чтобы вы могли спокойно смотреть, потому что технически невозможно. Невозможно за доллар в месяц обеспечить такую серьезную техническую, технологическую базу. Поэтому, конечно, рискуете. Рискуете потерять деньги, рискуете потерять какую-то личную информацию, рискуете остаться без телевидения, когда все будут смотреть трансляции Олимпиады или что-нибудь еще, когда будет большой наплыв зрителей, вы рискуете остаться без вот этой информации. И, конечно, вы все время мучаетесь, потому что картинка не будет хорошей, она не будет качественной. Я вспомнил случай, когда был в Бруклине, вот в Нью-Йорке, именно вот в южной части его, где в основном проживают наши соотечественники из всех бывших республик Советского Союза. Очень многие из них были подключены к каким-то нелегальным платформам телевизионным, и должен был быть чемпионат мира как раз по футболу. И за буквально 5 минут до начала, вот именно в этот момент их отследили, этих пиратов, и отключили телевидение, то есть ну, их платформу именно в этот момент. Это были такие ну, возмущенные голоса, визги, а потом жаловаться некуда, потому что все были на нелегальной платформе. Поэтому, я надеюсь, нужные люди вас услышали. Спасибо. И буквально последний вопрос на сегодня. Вы до этого сказали, что у вас имеется даже вот пакет узбекских телеканалов. Вот можно узнать, каких, а желательно вот если вот прямо на экран... Показать. Да, показать. Вот сейчас мы видим, как раз идет трансляция узбекского телеканала, да, это вот, то есть, это музыкальный канал? Музыкальный канал. Угу. Мы сейчас не смотрим со звуком, только потому, чтобы зритель мог слышать то, о чем мы говорим. Да. На самом деле, конечно, все прекрасно работает. И вот сейчас я вам покажу, ну, вот такой вот интерфейс, да, на нашей платформе. То есть вы всегда можете нажать на пульте нужную кнопку, вы увидите список всех каналов, которые вы хотите и можете выбрать. Но, например, ну, вот следующий телеканал. Это более Джон Уз, то есть это детский канал. Да, вот мы можем кликнуть, посмотреть. Он начинает вещание.
тут вот детский, как раз мультфильм какой-то идет. Да, знаете, особенно у нас такая проблема иногда бывает, что дети забывают узбекский язык, потому что те, которые родились в Америке, я думаю, для них как раз это будет очень полезно. Конечно, и для всей семьи полезно, и для родителей полезно, чтобы их дети знали родной язык. Следующий канал – это Dünya Uz. Да. Угу. Вот он подключился, и очень красивый, кстати, сейчас идет. Следующий канал – это, получается, Узспорт. Да. Угу. Ну, спортивный канал Узбекистана. Следующий – это Яштар Уз, это молодежный канал Узбекистана. Да. Это фильмы наши. Да, это как раз, вероятно, кинофильмы. Угу. Хорошо, а следующий канал можно? Да, сейчас следующий идет БИС-ТВ. БИС-ТВ, то есть БИС – это с узбекского языка «мы». Здесь можно смотреть кино. Угу. Отлично. И, ну, да. Что мы не увидели спорт? Попробуем. А вот он и спорт. Отлично. Наталья, скажите, пожалуйста, значит, сейчас узбекские телеканалы, вот 7 телеканалов, я так понимаю. По-моему, даже 8, да? Ну, не важно, 7-8, да. 7-8 каналов можно официально смотреть на территории 50 штатов. Да? Америки, правильно? Да, когда вы путешествуете, вы совершенно не, вам нет необходимости таскать за собой свой любимый телевизор или приставку, чтобы где-то подключаться, да? Вы можете взять планшет или телефон, продолжать смотреть все вот эти каналы на телефоне очень легко. Вы скачиваете из интернета бесплатно программку, application, и все. Вы только кликаете на нее и получаете вот полный список всех каналов. Как могут наши подписчики подписаться на ваши каналы, как они могут с вами надо зайти, надо зайти к нам на сайт www.telecola.us.com. Я думаю, на экране мы покажем этот сайт. Сайт. Вы заходите на сайт, дальше вы все видите. Вы видите кнопку «Подписаться», вы подписываетесь и получаете код для просмотра. И если у вас телевизор, который не смарт-ТВ, да, он попроще, может быть, немножко постарше, то вам необходимо будет получить приставку, с помощью которой вы можете смотреть. А для компьютера или для планшета, как я уже говорила, и для телефона, достаточно скачать application в Apple Store или Google Store. Вы заходите, находите телекола, вписываете, там программка есть, вы ее загружаете, и вот и все проблемы. Извините, пожалуйста, за... скажем, такую меркантильность, а можно определенную скидку для наших подписчиков? Конечно, можно. Мы, конечно, дарим скидку нашим подписчикам, и я думаю, что все подписчики будут благодарны Атабеку, потому что только благодаря вам ваши зрители получат такую возможность, и я думаю, что вы сами можете сделать это объявление. Итак, уважаемые друзья, буквально сейчас здесь на экране вы сможете увидеть промокод, по которому вы можете, который вы можете использовать при регистрации для того, чтобы подключиться на наши узбекские телеканалы и заодно получить 150 других интересных каналов. И скидка будет составлять 5%. Я думаю, это неплохо. Так что подписывайтесь и до встречи на узбекских телеканалах на территории Соединенных Штатов Америки. Наталья, буквально последний вопрос. И, скажем, такое небольшое к вам обращение, которое вы, если можете, вот хорошо было бы, если бы вы сделали бы это обращение. Вот что бы вы сказали бы тем людям, которые до сих пор смотрят, скажем, свои любимые телеканалы через нелегальные платформы? Пожалуйста, остановитесь, не делайте этого. Это небезопасно, это ненадежно, это не доставляет вам никакого удовольствия вашему глазу, потому что картинка все равно будет хуже. Подпишитесь на наш сервис, вы ничего не потеряете совершенно. В течение 2 недель вы не потеряете ни цента. Подписывайтесь, смотрите, получайте удовольствие от того, что вы будете иметь такую возможность, такую связь с родным домом, с родной землей, потому что, наверное, это единственное, что вам не хватает в этой замечательной стране. Спасибо большое. И в конце я бы хотел бы закончить наше интервью словами Майкла Дивера. Он когда-то был главой отдела Белого дома по связям с общественностью. Он говорил так: «В битве между ушами и глазами всегда побеждают глаза». Вот я желаю, чтобы глаза подписчиков моего канала в YouTube смотрели только через вот эту легальную, официальную, лицензионную платформу свои любимые
телеканалы. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. За это интервью. Спасибо. Дорогие друзья, если вам понравилось это интервью, пожалуйста, ставьте свои лайки. И, пожалуйста, не перепутайте их с дизлайками. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, Mr. Otabek TV, где вы сможете посмотреть самые эксклюзивные интервью. Сделать это можно очень легко. Буквально внизу, значит, вот этого видеоролика есть такая красная кнопочка, на которой написано «Подписаться», а рядом еще и колокольчик. Если вы туда нажмете, то каждый раз, когда мы будем ставить новое видео, вам будет приходить специальное уведомление, что на канале Mr. Otabek TV новый видеоролик. Итак, до встречи на канале Mr. Otabek TV, а также на самой легальной платформе, телевизионной платформе в США, Telecall USA. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.